С портфелем и тростью, одетый по моде своего времени, посидеть рядом с учителем педагогов теперь может каждый ярославец. Памятник Константину Ушинскому в полный рост был создан всего за 5 месяцев. Скульптор признается, без сложностей не обошлось. Здесь, наверное, очень сложно была скамейка. И посадить его на скамейку, потому что я первый раз делала скульптуру на скамье, и для меня это было новое. Но интересно. Там, конечно, были некоторые сложности. Но мы справились. Константин Дмитриевич Ушинский приехал в Ярославль в 23 года. И именно здесь начал свою научно-педагогическую деятельность. Для памятника решили выбрать возраст посолиднее – 33 года. Ярославская земля, знаете, такой большой вклад в культурное наследие, которое мы сегодня имеем, вложила. И отсюда пошел и первый русский театр, и русская педагогика, основоположником которого был как раз-таки Константин Дмитриевич Ушинский. И сегодня мы используем его идеи, его наработки, и они до сих пор актуальны. Памятник расположился на Котрасельной набережной, вблизи 3 факультетов. Студенты с энтузиазмом встретили бронзового Ушинского, а значит, не за горами и новые традиции. Памятник красивый, памятник атмосферный, очень красивая сама по себе локация выбрана. Я уверена, что после первой сессии мы увидим, что здесь еще и новые традиции у студентов появляются. Может быть, я не знаю, потереть или подержать за палец великого русского педагога на удачу. Мне кажется, это такой будет один из символов университета. Увековечить в бронзе великого педагога планировали еще 50 лет назад. В год 200-летнего юбилея установку памятника решили больше не откладывать. И подготовка для места будущего монумента началась еще в начале этого года. Весной этого года, в ознаменование года педагога и наставника, здесь появилась аллея Ушинского из величественных благородных кедров. Как известно, кедры растут долго, и мы надеемся, что действительно вот эти символы, кедры и памятник действительно будут устремлены в будущее, потому что учителя во многом это именно те люди, которые определяют будущее нашей страны. Помощь учителям и поддержка от правительства региона. В этом году мы приняли решение о том, чтобы поддержать наших учителей. 70 учителей получат в этом году премию за профессиональное мастерство 100 тысяч рублей. И мы дальше будем, конечно же, поддерживать наших учителей, наших педагогов. А еще увеличение дополнительных выплат, ремонт и современное оборудование для учебных заведений и, конечно, строительство новых школ, чтобы создать лучшие условия для самых преданных последователей Константина Ушинского. Дарья Захарова, Алексей Малаковский. День в событиях.